При благоустройстве необходимо учитывать множество факторов, таких как транспортный поток, парковочные места, состояние зданий. Также нельзя повторять ошибки Тамбовского Арбата. Там периодически происходит разрытие из-за проблем с коммунальными системами, а автомобили подъезжают к магазинам для разгрузки и разрушают покрытие. По словам временно исполняющего обязанности главы Тамбова, нужно избавиться от бесхозяйственности и четко определить, кто за что отвечает. Я обращу внимание, вот мы когда во время одного из объездов были, проходили с коллегами, я торгующим женщинам задал вопрос: скажите мне, пожалуйста, вот здесь парковка, а вот когда-нибудь ее кто-то убирал? И они мне по секрету всему свету сказали: да не видели мы, чтобы здесь кто-то убирал эту территорию, а по слою пыли и грязи, которая там была, очевидно, что это давно не делалось. Говоря о коммунальной, нельзя обойти вниманием и находящийся там рынок. Торговля в том виде, в котором существует сейчас, требует устранения либо перемещения в соответствии с нормами законодательства.